24 ноября 1992 года. Казанский оперный театр. Зал набит битком. Сольный концерт дает легенда русского романса Алла Баянова. По происхождению Алла Баянова из артистической семьи. Ее отец был оперным певцом, мать – артисткой кардебалета. Рано начав выступать, Алла Николаевна в 1936 году продемонстрирует оба этих таланта в польском художественном фильме «Додек едет на фронт», где она спела цыганский романс и исполнила танец с бубном. На Волге грежу я, когда со мною ты. Прожив почти всю жизнь в Румынии, Алла Баянова получает советское гражданство в 1989 и переезжает жить в Россию. Несмотря на весьма почтенный возраст, часто гастролирует. В Казани она побывает еще раз в 1998 году в рамках благотворительного турне, даст концерт в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.